А сегодня про любовь. Любовь — это когда любишь какого-то человека или животного. Любовь — это тогда, когда два человека влюбляются друг в друга. Любовь — это когда человек идет и кого-нибудь встретил красивого и сразу влюбился в него. Когда появляется любовь, человек становится таким счастливым. Он счастливый, потому что у него такой красивый человек. Люди влюбляются в глаза, в красивые одежды. Люди влюбляются в, ну, в волосы, в красивые волосы. Любовь — это когда друг другу дарят цветы, любят друг друга. Люди влюбляются в глаза. Мальчик должен себя храбро вести. Любовь — это когда человек любит, ну, человека другого. Это когда человек, например, мужчина, идет и влюбляется в женщину. У них дети появляются, они их начинают любить. Свою любовь можно встретить в ресторане, на улице, где много людей ходит, в магазине женской одежды. Свою любовь можно встретить в кинотеатре, на море. Можно встретить в магазине. В магазине «Пятерочка». Ну, потому что мужчинам вдруг понадобится какая-нибудь еда или пить, ну, на работу. А он заметил девушку и влюбился. Любовь можно встретить, ну, там, ну, в парке развлечения. Чтобы ей понравиться тоже, нужно там что-нибудь там красивое подарить. Если вдруг мужчине понравилась женщина на улице, можно подарить цветы либо кольцо. И еще они должны уступать девочкам. И они должны хорошо помогать девочкам, даже готовить за них. Когда люди любят друг друга, они обнимаются, дарят цветы друг другу. Когда мужчина делает женщине комплимент. Женщине можно сделать комплимент, когда вот идешь мимо нее, увидел, а ты идешь с подарком в руках. И он берет и дарит ей подарок. Вот можно встретиться в парке, вы уже знакомы, и сделать какой-то сюрприз, например, ну, на каком-нибудь покататься в аттракционе за свои деньги. Кольцо подарить, можно сказать, красивые волосы, например. Можно сделать, когда какой-нибудь сюрприз для своей красивой женщины. Когда люди проявляют любовь, они могут сказать, ну вот, я тебя люблю, или там, ты выйдешь за меня замуж. Целуются, обнимают, дарят цветы, а еще они делают, выходят замуж. Когда мужчина дарит женщине кольцо и говорит, выйдешь за меня замуж. Если она не хочет, она говорит, не-а. Мне уже подарили кольцо. Что, вы даже не замуж? Ну, как бы да. И что ты ответила? Ха-ха!
хорошо. Некоторые очень любят мальчишек, девчонки. Они, потому что мальчишки уступчивые, они могут все помочь. Люди женятся или выходят замуж, чтобы они размножались. Люди женятся, чтобы родить детей, а еще чтобы они родили. Без свадьбы детей нельзя. Потому что как же невеста родит ребенка, если ему муж должен ей зернышко дать? Без свадьбы нельзя рожать детей, потому что кто будет, когда мама будет уходить куда-нибудь, кто будет за малышом тогда следить? Без свадьбы детей не родишь, потому что кто будет покупать там памперсы маленькой? Когда человека любишь, можно назвать его «Ты моя хорошенькая девочка». Еще можно назвать ласковые слова «Я люблю тебя». Тебе с ним очень хорошо. Ты мой зайчонок. Мужу можно говорить. Ты сильный. Ты ласковый. Например, можно сказать, вот когда когда ты любишь свою дочку, можно сказать, ты моя куколка. Жене можно сказать, ты моя красивая девушка. Ты моя рыбка, ты мой зайчонок, ты мой цветочек. Ты моя ласточка, ты моя звездочка. Ты моя принцесса, меня мама называет Стасик. Мужчине можно говорить, ты отдохни после работы. Ты смелый, ты самый добрый. Мое золото. Когда я ложусь спать, меня мама желает мне спокойной ночи и говорит, что я самая лучшая в мире. Ведь без детей скучно будет. Любите друг друга, ведь любовь – это здорово. На сегодня это все. Это была программа «Обо всем на свете». Пока!